Женщина, попутчица, она петербурженка. Ну, я спросила, как дойти туда-то, туда-то. И она со мной так прям миленько прошлась, многое рассказала, показала мне старые купеческие архитектурные дома. Вот. Прям, знаете, 15 минут или 20, я с ней шла. Это прямо, знаете, натуральный гид был. Все показала, где какой дом, какого купца, где какие были раньше булочные, даже до войны, вот, до блокады. Сказала, что очень много здесь погибло блокадников. До сих пор точное количество погибших блокадников неизвестно, но очень много. Во время войны, значит, петербурженцы, они снимали исторические памятники, где кони, сейчас я показывала, подходила к лошадям. Потом обратно, если пойду, еще раз сниму. В общем, много памятников перед войной, во время войны закапывалось, чтобы сохранить их от разрушения и, как говорится, чтобы не достались врагу. Вот. После войны все это откапывалось, но есть такая версия, что некоторые еще исторические памятники, они до сих пор так и закопаны. Вроде как не могут их найти и не могут их откопать. Вот. Егоров, Пугинский, Афанасьев, ну что-то такое там, я смотрела сейчас. Очень много экскурсий предлагают. Значит, в Гатчину съездить, в Кронштадт, в город Пушкин, в Петергоф. То есть, если, конечно, время позволяет, то можно купить экскурсию и съездить на экскурсию. Ну, а так я просто сама по себе. Кошка гуляет сама по себе. Пойдемте сейчас сходим на Дворцовую площадь. Вот самое... Главное, куда я иду, это сходить на Дворцовую площадь. А там уже можно разворачиваться в обратную сторону, потому что далеко я уйти, конечно, не смогу, переживаю. Можно уйти, зарыться и потеряться. Здесь, как всегда, как в Москве, сувениры, матрешки. У нас тоже везде. На Арбате, на Красной площади продают. Это все для наших гостей из других стран. Вот такая красота. Внутрь зайти, но я уже столько раз снимала. Так что мы сейчас пойдем на набережную реки Мойки. Называется Зеленый мост. Так, идем сюда. Вот еще один мосток. По снегу еще выше. Переходим. Такой вот обзор. Литературное кафе впереди меня. Здесь, наверное, я думаю, предполагаю, собираются поэты, писатели.
взгляд на него.